О роли и значении Конституции Казахстана говорили сегодня в Астане в ходе международной научно-практической конференции. Как отметила госсекретарь Гульшара Абдыкаликова, неукоснительное соблюдение главного закона страны стало залогом успешного развития. Мнение относительно дальнейшего конституционного строительства озвучили представители Генпрокуратуры, Министерства юстиции, Верховного суда и Конституционного совета, а также ученые и эксперты из ООН, ОБСЕ, Венецианской комиссии, Совета Европы и других международных организаций. Иностранные гости дали высокую оценку казахстанскому опыту и подчеркнули особую роль президента Нурсултана Назарбаева в конституционном развитии Казахстана. Конференция продлится 2 дня. Обсуждение продолжится завтра в стенах вузов. Главным источником и гарантией успешного развития страны стало неукоснительное следование букве и духу Конституции. В настоящее время у Казахстана есть новая великая цель – к середине века стать одной из 30 самых развитых стран мира. Для ее осуществления успешно решаются задачи новой экономической политики Нурлы-Жол и плана нации по реализации 5 институциональных реформ.